Роспотребнадзор Челябинской области предупреждает южноуральцев о возможном ухудшении качества питьевой воды. Это связано с несовершенством систем водоснабжения и может начаться с наступлением весны, с момента таяния снега. Система водоочистки Шишневского водохранилища недостаточно эффективна, а от этого источника питаются несколько территорий области, в том числе и Копейск. В нашем городе ситуацию осложняет также большая протяженность водопровода и плохое состояние разводящих сетей. В будущей непростой ситуации главам проблемных территорий рекомендовано заниматься уже сейчас. Для этого предлагается принять меры по очистке зон санитарной охраны водоисточников от свалок, мусора, снега и льда, бытовых и промышленных отходов, а также рассмотреть возможность перехода на резервные источники водоснабжения в период паводка.